Аломия Продукционес представляет. Алехандро Ласкано, Алехандро де ла Мадрид, Герардо Альбарана, Себастьян Легардо и Ванесса Теркес в фильме «Буря страстей». По роману Лусии и Руриты. Авторы сценария: Хорхе Чернов, Сильвана Агирре, Рейнальдо Аренас и другие. Художественный редактор Жак Карло Порше. Композитор Кристиан Монтойя. Оператор Джан Карло Пас. Продюсер и режиссер Джимми Артеага. Алло. Алло. Сеньор. Это я, Игнасио. Тут кое-кто хочет с вами поговорить. Спасибо. Герардо. Кристина? Что случилось? Приезжай за мной. Я согласна ехать с тобой в Лиму. Герардо, ты меня слышишь? Да, конечно. Ты не рад? Я готова ехать с тобой в столицу. Что случилось? Я сбежала из дома. Я не выдержала. Твои родные не знают, где ты? Нет. Я поссорилась с отцом и ушла. Дорогой, теперь никто не сможет помешать нашей любви. Меня это радует. Все ради нашей любви. Если мы будем вместе, с нами ничего не случится. Приезжай за мной. Ты слышишь? Да, слышу. Не волнуйся. Жди меня, я к тебе еду. Я знала, что ты приедешь. Я тебя жду. Ну, в чем дело? Кристина согласилась ехать в Лиму. Да ну. С чего это вдруг? Она сбежала из дома и ждет меня на ранчо. Герардо, ты с ума сошел? Как ты ее сюда привезешь? У тебя даже нет квартиры. Не знаю, но я должен к ней поехать. Герардо, не делай этого. Забудь ты про эту девчонку. Она из-за меня сбежала из дома, понимаешь? Но ты не должен убегать из дома ради нее. Ошибаешься. Я тоже в нее влюблен. Что ж, возможно... Но я уверен, что ты не будешь бороться за свою любовь. Значит, ты меня плохо знаешь. Нет, это ты себя плохо знаешь. Прошу тебя, Герардо, забудь ты про эту девушку. Забудь про Кристину. Только не сейчас. Она наконец-то согласилась быть моей. Я ей нужен, а она нужна мне. Значит, решено. Ты бросаешь Сандру ради этой деревенщины. Герардо, одумайся. Ты совершаешь ошибку. Я знаю, что мои люди совершили ошибку. И они дорого заплатят за нее. Я не сомневаюсь. Моих родных лучше не трогать. Ты же знаешь, я желаю добра твоей семье, особенно Исабель. Ты уверен насчет этого парня? Не веришь мне? Я не верю, что Исабель изменяет Феликсу. И что она флиртовала с тобой. Педро, что ты? Это все фантазии, Инесс.
Не хочу тебя расстраивать, но в Арекипе она все время пила. Да знаю. Тут уж ничего не поделаешь. А что ты будешь делать с Альберто? Не знаю. Надо бы сходить к этому Сальдивару. Не нравится мне его фамилия. Антонио и Мануэль ушли ее искать. Все это меня очень расстраивает. Наверное, теперь вы понимаете, что она вас не любит. Значит, я буду ее добиваться. Я хочу, чтобы она стала моей женой. Конечно. Мало кому выпадает честь быть невестой такой знаменитости. Ну что вы. Я простой смертный. И поступки вашей племянницы разбивают мое сердце. Тогда вам лучше оставить ее в покое. А я-то думал, вы на моей стороне. Ладно. Главное, чтобы она нашлась. Впрочем, я знаю, где она может быть. Скажите Антонио, что я пошел в Рио-Браво. Всего доброго. Мы провели чудесную ночь. Тебе удалось вернуть расположение Герардо? Он вел себя как настоящий жених. Тогда он должен купить тебе квартиру. Не обязательно, но было бы неплохо. Ты любишь моего брата? Конечно. Зачем бы я стала терпеть его выходки? Он настоящий мачо. Возьми, что тебе надо, и оставь меня в покое. Ты о нем так говоришь, будто он ничего для тебя не значит. Ты сошла с ума? Я люблю твоего брата. Я отличная пара для него. В этом я не сомневаюсь. Но иногда мне кажется, что ты к нему равнодушна. Не понимаю. Ты хочешь, чтобы он женился на этой заморашке? Я не об этом. Конечно же, я предпочитаю тебя. Тогда помоги мне убрать с дороги эту ушлую девицу. Она не так проста, как кажется. Мы с тобой не виделись с тех пор, как вернулись из поездки. Я был занят. Я по тебе скучала. Что ты делал? Писал статьи для газеты. А ты? Занималась фотографиями. Было чем заняться. И с кем встретиться? Ты видел меня с Феликсом? Откуда ты знаешь? Фабиан тебя заметил. Альберто, это не то, что ты думаешь. Мы просто прощались. Это было довольно нежное прощание. Я этого не хотела. Хорошо, что сказала. А то я думал, ты только этого и ждешь. Не надо так говорить. Ты тоже не святой. О чем ты? Я в тебе тоже сомневалась. Да? И в чем причина? Ты был не так уж и занят. Например, ты общался с женой Маурисио. Господи, даже не верится. Что за нелепое обвинение? Такое же, как и твое насчет Феликса. Это не то же самое. Феликс твой жених. Пойми, мне не просто порвать с человеком, с которым я была много лет. Отлично. Тогда я буду сидеть в сторонке и ждать, когда он догадается, что ты его не любишь. Что ж, думаю, скучно тебе не будет. Вы с Соней так нежно обнимались. Не сравнивай. Я испытываю к ней совсем другие чувства, не такие, как к тебе. И к той девушке на дискотеке тоже. На какой дискотеке? Фабиан тебя видел с девушкой на дискотеке. Что, будешь отрицать? Что? Вот и пришли. Не нравится мне тут.
Кругом камни. Да, это нормально. В маленьких городках всегда камни. Такой сухой воздух вредно для легких. Куда нам надо идти? На ранчо Мальпасо. Странное название, правда? Где это? Думаю, недалеко. Где-то там. Оно большое. Конечно, под стать сеньору Маурисио. Просим у женщины. Сеньора, простите, вы знаете, где ранчо Мальпасо? Конечно, знаю. А ну, и сказать-то можете? Смотрите, немножко туда, потом повернете, пройдете через рощицу, еще немного дальше, и там оно и будет. Понятно? Спасибо. Вот видишь, я же говорил, что нам туда. Пошли. Подожди. Что сказал шеф? Мы должны быть похожи на инженеров. Кто мы? Мы банда. Это был не он? Нет. Он все отрицал. Или он хорошо врет, или говорит правду. Странно, что Альберто ходит в такие места. Откуда у него такие деньги? Я бы тоже не поверила, если бы не видела его собственными глазами. Может, это был другой человек? Ты хочешь сказать, у него есть двойник? Нет, не обязательно. Просто похоже на него. Другого объяснения нет. Я тоже так подумала и сказала об этом Хорхе. Но если это так, то это многое объясняет. Правда? Ты веришь Фабиану больше, чем мне? Ну тогда я ничего не могу поделать. Признайся, ты действительно ведешь двойную жизнь? Что за бред? Ну, конечно. Днем ты такой славный малый, а ночью превращаешься в Дон Жуана, в пожирателя женских сердец. Исабель, почему ты мне не веришь? Я не могу верить человеку, который от меня столько скрывает. Я многим жертвую ради тебя и хочу получить объяснение. Ты не должна сомневаться в моей верности. Фабиан видел кого-то другого. Я тебе клянусь своей мамой. Хорошо. Но тогда ты тоже поверь, что я не люблю Феликса. Я хочу с ним расстаться. Альберто, ты действительно очень много для меня значишь. Но все не так просто. И дело здесь не в Феликсе. Вся моя семья будет против. Исабель... У тебя все время отговорки. Это ты так считаешь. Ты просто эгоист. Лучше я пойду. Пока. Я не эгоист. Я люблю тебя. И это единственное, чему ты должна верить. Что теперь с нами будет? Почему ты спрашиваешь? А вдруг случится что-то плохое? Исабель, не думай об этом. Не знаю, как нам это удастся. Столько препятствий. Да. Если хочешь, я поговорю с Феликсом. Нет, нет. Я не хочу, чтобы вы снова подрались. Тогда чем я могу помочь тебе? Прояви терпение. Я поговорю со своей семьей. Ты же независимая и сильная женщина. Да, но эта свадьба для них вопрос государственной важности. И меня беспокоит дядя Педро. Ты его так боишься? Очень непросто возражать великому Педро дель Кастильо. Все это выглядит довольно странно. Если бы подобные вещи рассказывала Адриана, я бы не поверил, но Урсула... Ясно одно. Альберто слишком увлекся Исабель дель Кастильо.
Это лишило его покоя. Нормальной жизни. Не преувеличивай. А я не преувеличиваю. Такое уже было. Педро дель Кастильо лишил счастья тебя. Забрал твою любимую. Ты так и не оправился. Да. Он убил мою любимую. Такое нельзя забыть. Мы должны изолировать Альберто от этой девушки. Я не хочу, чтобы его жизнь разрушили, чтобы кто-то из Кастильо сделал его несчастным. Твоего дядю все боятся? Я его не боюсь, а уважаю. Это другое. Ты о нем плохо думаешь. Когда я его упоминаю, ты меняешься в лице. Просто он меня беспокоит. Он хороший человек. Только ему нравится почитание. Не верь ему. Я знаю его много лет. Ему трудно проявлять свои чувства. Но я поговорю с ним. Как хочешь. Мне бы хотелось получить от тебя поддержку. Я делаю, что могу. Этого недостаточно. Не знаю. Сначала все идет хорошо, а потом ты вдруг меняешься. Сначала ты такой страстный, а потом вдруг сникаешь. Я тебя люблю. Что вам здесь надо? Ты удивлена? Это Игнасио сказал? Ему пришлось. Я могу обвинить его в похищении. У меня связи в полиции. И теперь... Вы обо всем расскажете моему отцу? Нет. Я сам отведу тебя домой. Игра закончена. Не трогайте меня! Это для вас все кончено, доктор. Моя семья знает про Герардо. Кристина, мое терпение на исходе. Это уже слишком. Не трогайте меня! Пойдем. Пустите! Пойдем, зараза. Немножко туда, немножко сюда. От дура, баба. Наверное, местные любят ходить пешком. Пришли. Не так уж и далеко. Большое ранчо. Хозяин богатый. И не говори. Я всегда мечтал о таком ранчо. Можно и побольше. С лошадьми там, с овцами, со своими коровами, пить парное молоко. Вот увидишь, когда-нибудь я стану фермером. Да? А я полицейским. Я вас слушаю. Добрый день. Добрый день. Мы супервайзеры. Нас прислал сеньор Миранда. Да? А где он сам? Где сеньор Миранда? Ну что ж, он приедет через несколько дней. Ладно, идите за мной. Иди за мной. Иду за тобой. Вы уже вернулись? Если спросят, ты меня не видела, ясно? А что такого, если спросят? Ты что, не поняла? Уволиться хочешь? Не хочу, просто я... Тогда больше ни слова, ладно? Ребята, вы уже знаете, что это за работа? Так, в общих чертах. Только имейте в виду, мы не ребята. Я сеньор Гассет. И сеньор Ортега. Для вас инженер Ортега. Инженер Гассет. Отлично, инженеры. Супервайзеры, бухгалтеры, кто угодно, только не ребята. Да, босс. Босс. Босс.
Босс. Так даже лучше. Панчо, прораб. Теперь все ясно. Панчо прораб, а мы инженеры. Да. Ладно. Сначала мы тут устроимся, а потом за работу. Нам всегда поручают самое ответственное задание. Ну, тогда вам тут нечего делать, ребята. Ну что вы? Вы нас обижаете. Мы можем справиться с любой работой. С любой. Что нам нужно делать? Руководить строительством взлетно-посадочной полосы. Пойдем, говорю. Отойдите от меня. Не трогайте девушку. Тебе-то что? Вали отсюда. Или хочешь в полицию? А ты иди со мной. С вами я не пойду. Ты будешь моей женой. Оставьте меня в покое. Ты выйдешь за меня замуж. Никогда. За такого, как вы, я не выйду замуж. Вы уехали из столицы. Вам точно есть что скрывать. Думали, обмануть деревенских простаков. Но со мной этот номер не пройдет. Я вижу вас насквозь. Я вас ненавижу, ясно? И что ты будешь делать? Ждать своего ненаглядного принца? Он не приедет. Герардо приедет, я знаю. Хорошо. Ладно, Панчо. Сеньор Миранда сказал, что ты достаточно умен для крестьянина, и тебе можно доверять. Идите в комнату для рабочих, найдите себе подходящую одежду. Простите, я что-то не расслышал. Вы сказали в комнату для рабочих? Все там переодеваются. А в чем проблема? Может, позвонить в Лиму и выразить протест? Нет, никаких проблем. Мы совсем справимся. Должен вас предупредить, ребята. Извините, не ребята. Я сеньор Гассет. А я сеньор Артега. А лучше инженер Артега. И инженер Гассет. Это секретный объект. Никто не должен знать, что мы тут строим. Это ясно, ребята? Зачем вы нас так унижаете? Мы прекрасно умеем хранить секреты. Именно поэтому сеньор Миранда доверил нам это дело. Вам ясно, рабочий Панчо? Рабочий Панчо. Кто он? Рабочий. Рабочий. Рабочий, ясно? Конечно, ребята. Должно быть ясно. С самого начала. Мы инженеры. Босс. Да, иду. Вечно он что-то забывает. Забыл ключи. Добрый день. Мне нужен Альберто Сальдивар. Я Педро Дель Кастильо. Извините, я занята и не могу вас принять. Это и не обязательно. Я хочу поговорить с Альберто. Его сейчас нет. Как жаль. Вы могли бы мне помочь? Я когда-то знал человека по фамилии Сальдивар. Хорхе Сальдивар. Вы не родственники? Хорхе, нет, в нашей семье таких нет. Ясно. А ваш внук придет поздно? Я не знаю, во сколько он придет. Извините, я очень занята. Не волнуйтесь. Я хотел поговорить с Альберто, потому что до меня дошли слухи, что он встречается с моей племянницей. Я не знала. Конечно. Молодые теперь такие скрытные. Его родители тоже об этом не знают. У Альберта нет родителей, они... Умерли? Нет, бросили его. Его мать ушла к другому, а отец о нем и не вспоминал.
Что ж, в таком случае, прошу вас сказать внуку, чтобы он держался подальше от моей племянницы. У нее есть жених, и я не привечаю чужаков. Без обид. Если он еще раз приблизится к Изабель, я буду более жестким. Это непорядочно угрожать людям в их собственном доме. Не так ли? Да я не угрожаю. Просто прошу. Передайте ему это, пожалуйста. Всего доброго. И это еще не все. Он меня унизил, как какого-то проходимца. И ты ему позволил? Этот Педро не имеет права. Мне это было выгодно. Не понимаю. Он решит, что ты будешь делать все, что он захочет. Конечно. Чтобы добиться Изабель, я готов на это пойти. Для Педро дель Кастильо я могу быть и лузером. Кто такой лузер? Неудачник. Но поверь мне, месть будет очень сладкой. Сладкой и жестокой. Мой котик. Ты куда-то собрался? Ну, хватит. Пошли. Не трогайте меня. Кристина. Антонио, наконец-то. Я знал, что ты здесь. Пойдем домой. Нет, папа. Не пойду. Что ты сказала, дрянная девчонка? Подожди, это я виноват. Она убежала из-за меня. Нет, вы не виноваты. Она поверила словам этого бандита. Антонио, не забывай, в чьем ты доме. В доме негодяя и обманщика. Нет, папа. Герардо не такой. Не такой. Замолчи. Скажите хозяину, что если он подойдет к моей дочери, я его убью. И я не шучу. Папа, я прошу тебя. Идем. Папа. Ты что? Я твой отец. Мы ее нашли, зачем ее бить? Мануэль прав. Кристина пойдет сама. Да, доктор. Ты выйдешь из дома, только чтобы выйти замуж за доктора. Папа, не делай этого. Я тебе обещаю. Что ты обещаешь? Я тебе не верю. Папа! Пойдем. Я пойду. Вот как? Нагадила в кусты? Зачем ты так? Мы не виноваты в твоих ошибках. Ты ведешь себя как ребенок. Это вы из меня делаете ребенка. Позвольте мне самому решать, как мне жить. Ты ставишь под угрозу свое будущее, здоровье своей матери и заставляешь страдать Сандру. Я не могу этого допустить. Не надо за меня решать. Ты не можешь вмешиваться в мои планы. Еще как могу. Пойми, я хочу тебе добра. Но если для того, чтобы тебя образумить, мне придется лишить тебя наследства, я буду вынужден это сделать. Так что, либо Сандра и мои деньги, либо ничего. Меня беспокоит Кристина. Она ничего не ест. Так и заболеть недолго. Не волнуйся, это пройдет. От любви еще никто не умирал. Но я переживаю. Ничего страшного. Поправится. Поговорил бы ты с ней. Ты был слишком суров. Ты считаешь, что она этого не заслужила? Она заговорила с незнакомцем, хотя я ей запретил. Все это уже в прошлом. Нужно решить, что делать дальше. Правда? И как ты собираешься это решить? Ты понимаешь, что девочка серьезно влюблена. Глупости.
Пусть влюбится в доктора Эрнандеса. Я не против. Антонио, Кристина мне сказала, что Лопес Арнао... Карлота, я больше не желаю о нем слышать. Но он любит ее. Действительно. Карлота, о чем ты говоришь? Тоже мне защитница нашлась. Кто бы говорил о любви? Ты никогда не знала любви. Только унижение, насмешки и стыд. Я тебя люблю, Изабель. А я тебя. Обещай, что мы всегда будем вместе. И нелепые домыслы нас не разлучат. Обещаю. Чуть не забыла. Мой преподаватель сказал, что картины в Арекипе и картины Лусилы написаны одним человеком. Что? Одним человеком? Да. Видимо, каким-то образом картины Лусилы попали в Арекипу. Или она жива и продолжает писать? Нет, это невозможно. Ладно. Я поеду в Арекипу и попробую во всем разобраться. Я бы спросила дядю, но он разозлится. Я бы поехал с тобой, но у меня столько работы. Не переживай. Поедешь в другой раз. Не хочется отпускать тебя одну. Тем более, что там этот Маурисио Миранда. Подожди, потом поедем вместе. Не беспокойся. Я не встречусь с Маурисио. К тому же, я всегда могу тебе позвонить. Ладно, хорошо. Подожди. Куда это ты несешь? Дон Бинансио, как видите, я собираюсь выполнить вашу просьбу. Сейчас я буду красить туалет. Наконец-то. Отлично. Привет, ты так рано? Я уже сказал твоему отцу, что собираюсь покрасить туалет. Я в полном вашем распоряжении. Подожди, а зачем столько цветов? Что ты собираешься рисовать? Можно я пока не буду говорить? Это сюрприз. Нет, мне не нужны сюрпризы. Не дай бог, от этой живописи кого-то стошнит. Не волнуйтесь, все будет красиво и аккуратно. Я буду постепенно заполнять пространство своими чувствами и своими ощущениями. Это будет прекрасно. Я уверена, папа, тебе понравится работа Марио. Что это ты его защищаешь? Мне это не нравится. Папа, он ведь художник. Вот поэтому он мне и не нравится. Надеюсь, что все будет пристойно. Все будет хорошо. Марио, а когда он будет готов? Когда я его закончу, Дон Бинансио? Не надо изображать из себя Микеланджело. Это не собор, а сортир. Хорошая идея. Небесный сортир. Небесный? Небесный. Ты там осторожнее с цветом. Когда закончишь? Скажем, завтра утром вас это устроит? Меня устроит как можно скорее. Я постараюсь. Главное, чтобы был стимул. Эй! Что? Переоденься. Здесь большое декольте. Папа, тут нет декольте. Все равно слишком открыто. Переоденься. Ну, папа, нет. Не спорь со мной. Делай, как я говорю. Давай, давай. Иди, иди. Тиран. Давай. Ты уже успокоилась? Потихонечку. Прихожу в себя. Мы так испугались. Я знаю. Но все уже позади. Ты меня знаешь. Ненавижу оглядываться назад. Надо просто забыть и все. Хорошо. Я рада, что ты в таком настроении. Извини, что снова говорю об этом, но мне это кажется странным.
А мне ты кажешься странной. Не пойму, грустишь ты или радуешься. В чем дело? Что происходит? Дело в том, что наши семьи не принимают наших отношений. Но ради Альберто я готова на все. Даже порвать с Феликсом. Валерия. Я не хочу давать ему надежду. Но когда я рядом с ним, у меня сердце разрывается. А кроме того, что-то в Альберто меня настораживает. Это связано с твоей поездкой в Арекипу? Да. Я думаю, что с этими картинами не все так просто. И я должна узнать, что кроется за всем этим. Послушай, если ты хочешь быть счастлива, то прежде всего тебе надо решиться и расстаться с Феликсом раз и навсегда. Вот сдача. Можно в туалет? Пока нет. Я сейчас лопну. Но там работает художник. Его нельзя отвлекать. Скажите, чтобы он поторопился. Мне плохо. Извините, но он старается сделать так, чтобы наш сервис был лучше. Скажи Марио, что у него есть полчаса. Я не могу допустить, чтобы клиенты жаловались. Давай, давай. Думаете, кто-нибудь понимает современное искусство? Эти художники сумасшедшие. Живопись в туалете. Кому это надо? Мне. Марио, можно? Нет, нет, остались последние штрихи. Совсем чуть-чуть. Лучше поторопись, если не хочешь, чтобы мой папа поставил тебе последние штрихи. Я стараюсь, стараюсь. Не отвлекай меня. Это посвящено тебе. Спасибо, конечно, но папа теряет терпение. Так что поторопись. Всего полчасика. Нет. Скажи папе. 20 минут. 20-25. Ну ладно, 25. Скажи ему. Ладно. Ладно, иди. Я хочу посмотреть. Нет, нельзя. Ты уверена? Да, сынок. Он не догадался, что ты сын Хорхе. И не видел фотографию Лусилы. Не представляю, что бы было. Не могу понять, откуда он узнал адрес. Ты его просто плохо знаешь. Он такой. Ему всегда все известно. Это первое предупреждение. Не встречайся с Исабель. Сынок, ты должен нас послушать. Не надо встречаться с Исабель. Иначе произойдет несчастье. Ты уверена, что он приедет поговорить с нами? Да. Он всегда хотел поговорить с отцом, чтобы мы могли встречаться. Ай, Кристина. Возможно, у него и хорошие намерения, но твой отец такой упрямец. Ничего не хочет слушать. Он знает, что у тебя был печальный опыт общения с городскими. И боится, что со мной будет так же. Я знаю. Но как выбить эту мысль из его головы? Ты должна мне помочь. Помоги мне убедить папу, что он ошибается. Помоги. Кристина, я бы рада тебе помочь. Но твой отец хочет выдать тебя за доктора Эрнандеса. Нет. За него я не выйду. Я тогда снова сбегу из дома. Обязательно сбегу. Кристина, обещай, что не будешь делать глупостей. Обещай. Я заходил, но магазин был закрыт. Мы принимали товар. Как ваши отношения с Кристиной? Пока не очень хорошо, но у влюбленных это бывает. Но вы же знаете. Никого нельзя заставить любить по принуждению.
Я уверен, что у нее нет ничего серьезного с этим парнем из столицы. Правда? А я уважаемый человек, у меня есть имя. Любая была бы рада выйти за меня замуж. Давно хотел спросить, а чего это вы такой уважаемый врач и прозябаете в нашей дыре? Я этого не понимаю. Это ад. Я не могу ступить ни шагу. Или это, или смерть. Выбирай. Босс сошел с ума. Как он мог заставить нас этим заниматься? Может, нам стоит сменить имена? Зачем? Идиот, чтобы нас никто не узнал. Понимаешь? Но нас и так никто не знает. Давай-ка выпьем пиво, чтобы твои мозги лучше работали. Это верное средство. Симон. Это правда? Надо сказать, что я оказался в этом городе совершенно случайно. Добрый вечер. Добрый вечер. Позвольте представиться, инженер Гассет. Инженер Ортега. Очень приятно. Мы тут искали магазин, хотели выпить пиво. Вам повезло, мы только что открыли магазин. Заходите. Заходите. Спасибо. Я завтра зайду за заказом. До завтра, доктор. Доктор Паласиос? Вы меня с кем-то путаете. Вас невозможно ни с кем спутать. Вы доктор Паласиос. Сеньоры, извините. Дон Бинансио, Карло Филиппе, моя работа закончена. Не хватает нескольких мазков, но просто у меня было мало времени. Да. Марио только что закончил работу. В туалете немногое увидишь. Филиппе, это очень личная работа. Кроме того, я сделал ее из уважения к Дону Бинансио, который меня давно об этом просил. Точно, не забудь все помыть перед уходом. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Ну, хватит разговоров, смотрите. Внимайте. Опля! Что это? Это шедевр. Никогда в жизни меня так не оскорбляли, Марио. Дон Бинансио, но почему? Я тебе не Дон Бинансио. Это лицо моей дочери. Ты думаешь, я позволю моей дочери быть здесь, в такой позе, в мужском туалете? Нет, не надо путать. Это... моя версия обнаженной махи. Гойи. Разве вы не узнали? Я тебя убью за эту мазню. Закрась это немедленно. Принеси два ведра краски. И закрась. Дон Бинанси, ну что вы так долго ждали. Подождите немного еще. Это же настоящее искусство. Марио прав. Необходимо время, чтобы это понять. Это необычная картина. Ничего не хочу слышать. Либо ты это убираешь, замазываешь, либо ты узнаешь силу моих кулаков. Ты хотел меня видеть? Да. Садись. Ты меня беспокоишь. Я? Беспокою? Почему? Невеста должна вести себя перед свадьбой иначе. Твоя мама больше занята подготовкой к свадьбе, чем ты. Тебя это не удивляет? Дядя, лучше я скажу сразу. Я не выйду замуж за Феликса. Не говори глупости. Это хорошая партия со всех точек зрения. Дядя, но я... Нет, 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 этот вопрос не обсуждается. Свадьба все равно будет. Извини,
но я сама устрою свою жизнь. Я тебе советую забыть о других мужчинах. Я узнал, что ты была в Арекипе не одна. Я тебя не осуждаю. Ты еще пока свободная девушка. Но пора прекращать эти глупости. Я не знаю, как ты об этом узнал. Но я не буду это отрицать. Теперь я поняла, что не люблю Феликса и не хочу выходить за него. Главное не любовь, а то, насколько этот человек тебе подходит. Я не верю, что ты можешь так говорить. Замолчи и слушай, что я говорю. Если ты не в состоянии принять правильное решение, я это сделаю за тебя. Ты больше не должна встречаться с этим Альберто. Не переживай. Ты правильно сделал, что сказал отцу. Он практически заставил меня это сделать. Хотя я и сам хотел ему сказать. Не знаю. Герардо теперь на меня обиделся. Все это заставит его задуматься. Он до сих пор сидит у себя в комнате. Надеюсь, это пойдет ему на пользу. Дай-то Бог. Иду, иду! Что? Герардо, уходи, это опасно. Игнасио мне все рассказал. Мы уйдем вместе. Стоять! Один шаг, и ты покойник. Soñado con verte partir.